Всем привет, вы на канале GamerWolf. Смотрю игру от приставки Dendy под названием Грецкий хоккей. Как вы поняли, это хоккей. Просто посмотрю геймплей игры. Ну блин, вид уже мне сразу не нравится вообще. Какие-то очень... То есть какие-то не очень классные хоккеи вышли на Денди. Хотя я знаю два хоккея, даже три. Ну, они как бы неплохие. Но вот эти, которые я сейчас смотрю, блин, вообще не нравятся ни капли. Еще себе судья сидит. Точнее, он голубой, голубого цвета. Что-то они подрисовали его слишком. Я что-то только могу за одного игрока играть, что ли? Я же не смогу всех закрывать. Как бить-то? Так, бить, походу, на A. Отбор, походу, тоже на A идет. Ну, блин, ну... Вид сверху вообще убогий, если честно. В общем говоря, это какой-то неудачный хоккей, вот... Блин, что там произошло? Офсайд? Давай забирай, ё-мо. Что, проброс? Да, походу айсинг, да, отлично. Забрали шайбу. Ну, честно говоря, хоккей какой-то не очень классно, блин. Мне он не нравится вообще. В плане графики, в плане как бы геймплея вообще, то есть он какой-то реально не очень. То есть я вам его не советую даже в него играть. Блин. Могли бы они его, конечно, поинтереснее сделать. Блин, там офсайда чтоб не было. Ну, почему не атакуем-то? В общем говоря, продолжать вот этот хоккей я не буду. Мне он не понравился. Не знаю, понравится он вам или нет. Всем пока.